Всем ку. Ну что, ребят, продолжаем выживать. Так, сегодня в этой серии мы с вами немножечко расширимся. И в дальнейшем вы поймете, зачем нам это надо. Ну, точнее, мне это надо. Вам это не надо. Вы просто сидите, смотрите, крится и наслаждаетесь. Так, пока месть мы положим в тебя сюда. Трубы тоже пока месть нам не нужны. Нам нужны будут... Железные стеночки нам понадобятся. Все. Раз. Все. Два. И так. Погоди. Давай сюда. Все. Три. Да, не буду забывать, крыться, напоминать. Ставите лайкосики, подписывайтесь на канал. И оставляйте комментарии, ребят. Не поленитесь. Так, все, эти стенки мы сюда ставим. Так, мне нужно сделать здесь сразу гидравлический сгибатель труб, сразу поставим. Здесь мы с вами зашиваем. 4 листа, это мало. Железные каркасы 7 штучек у нас тоже, по-моему, маловасенько. Нужно еще будет поделать. Пока мы сделаем так. Так, 2 штуки ты мне не будешь делать? 20, 30. Не будешь, ты становишься отлично. Тут закрываем. Сюда мы идем. Давай, идем. Ну, идем. Ну, отпусти. Сюда мы идем за тем, чтобы мы закинули сюда металл. Включили. Металл нам понадобится. Потом мне понадобится скотч. На всякий пожарный. Стекло мне оно не надо. На данный момент надо будет снять эти ящики, потом не забыть. Потом перенести вот эту вот штуку вот сюда. Взять в руки бур и пойти добыть немного железа. Немного меди. И кремний у нас с вами есть, хорошо. Все, тихо. Железо нам сейчас понадобится на каркасы, на трубы и на держатели, как его, баллона с водой и с кислородом. Надеюсь, моя задумка, то, что я сейчас задумал, она сработает. И мы, в принципе, сейчас не будем париться, и мы сможем спокойно себе набирать воду и набирать кислород, пока мы не... Если мы не вызовем торговца. Торговца нету сейчас смысла никакого вызывать из-за того, что мы не обеспечены энергией. Нам нужно, во-первых, трансформатор, во-вторых, батарейка. А в-третьих, нужно ему что-то продавать. А что продавать, я пока не знаю. И да, я так понимаю, что... Сейчас, секунду. Я так понимаю, что мы будем покупать у него кислород и воду не в баллонах, а будем покупать у него просто чисто кусками льда. Я не уверен, что будет у него обычный лед, это вода. Если его не будет воды, то придется смешивать газы и добывать воду, смешивая газы. Ну, это вроде бы не сложно. Нужно будет установочку сделать. Поставить пару фильтров, и будет все хорошо. Так, мне нужна медь еще. Где у нас тут была медь? Пока месть ночь, пока можно и пофармить. Пока не так жарко. А ты у нас медь, да, по-моему? Нет, ты у нас свинец, а мне нужен медь. Где ты медь? Да, ребят, пока месть... Первые 3-4, наверное, серии я пофармлю при вас. Пока у меня нету возможности, как говорится, записывать. Ну, отдельно там, к примеру, я пошел пофармил, записал. Нет возможности из-за того, что у меня пока у меня нету комнаты, где я могу спокойно охлаждать себе воду и кислород. И не париться. И нужно делать все очень быстро, потому что осталось... 3000 никель, нет. Свинец, вот. У нас осталось 3400 кислорода. А он у нас закончится быстро.
Да мне не надо железо, мне свинец нужен. Алло. Солнышко, взойди, свинец мне найди. Мне нужен свинец. А вот это вот свинец, да? Нет. А, мне не свинец, мне медь нужен. Все, все, я туплю уже, Я уже начинаю, кажется, тупить. Сори. Вот, медь мы нашли. Нам как раз и для проводов понадобится, и для... Для, по-моему, активной вентиляции, если я не ошибаюсь. Так, все, вроде бы этого всего... Ага, ты опять, да, у нас тут задыхаешься. Вроде бы этого всего нам должно хватить. Сейчас мы это быстро переплавим. Это можно прятать. Сейчас мы быстро переплавим и пойдем строить. Так, железо пошло. Давай сюда. Ну, что-то не включайся. Неужели нету электричества? Угу. А электричество-то кончилось. Ну и ладушки. Давай. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихонечко. Так, давайте сейчас сделаем каркас и сделаем себе листов железа. Штучек 20 нам все равно еще пригодится. И пойдем расширять нашу комнатку по-быстрому. Так, все, пошли. Хорошо. Так, мы тебя давай ставим вот сюда. Не. Слишком близко, слишком близко. Давай, пока мы с не терять времени, мы тебе каркас. Штучки, пару штучек сделаем. Так, давай мне сюда. Чем ты разбираешься? Нет. Да. Мы тебя поставим потом вот сюда, наверное. Да? Ты ж мешать не будешь, надеюсь. Так, хорошо, отлично. Есть. 11 штучек. Теперь мне нужна дверка. Две штучки. Угу, у нас медь закончилась, понял. Но там у нас плавится, так что вроде нормально. Так, давай хотя бы одну штучку сюда поставим, чтобы понимать, как ты будешь выглядеть. Вот так. Давай ты меня плавь, пока мне, значит, листы железа. Пошел. А я выйду. Заберу медь. Ну, либо не заберу. Или заберу. Заберу, хорошо. Давай, кремний пошел. Не, 50% это еще не низкий заряд. Это еще нормальный заряд. Но мы свет, мы в принципе можем выключить. Нам свет в принципе пока не нужен. Так, давайте до нуля опустим. Здесь мы пока месть поменяем, пока месть у нас заряжается. Стоп, 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 стоп. 8. Маловастенько, маловастенько. Ага, у меня и железа мало. Хорошо. Давай мне туда еще одну дверь. Набор дверь. Открываем, закрываем фильтр. Так, листов железа маловастенько. Нужно еще будет хотя бы пару штучек делать. Так, все, отлично. Здесь пока выключили. Так. Раз, два, три. Так, вот, берем в руки. Так. Отлично, пусть будет закрыто. Отлично, пусть будет закрыто. Тут же ты мешать не будешь, будешь мешать. Ну ладно, мы тебя потом уберем. Хорошо. Давай-ка, наверное, в тебя мы еще закинем пару штучек. Заряжаем. Пойдем заберем железо, поставим на плавку и заберем...
Ну, сейчас поставим железо плавиться и пойдем как раз немножечко будем расширяться. Так, это что у нас железные каркасы? Хорошо. Ну, ну давай. Ну давай. Ну, немножечко быстрее. Бак отходов переполнен. Блин, ты так громко это говоришь, женщина. Ты меня постоянно пугаешь. Тихо. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Понял. Бак отходов не нужно будет открывать здесь рядышком, да? Все. Понял. Хорошо, понял. Так, вроде пока месть нормально, вроде пока месть живем. Все, пошли. Закидываем, идемте строить, идемте смотреть, что мы тут будем делать с вами. Так, это наша дверка. Мы лист ставим сюда. Этот ставим сюда. Это мы ставим сюда. Это мы ставим сюда. Все, вроде правильно, вроде правильно. Сейчас тут нужно будет еще разобрать. С помощью чего мы будем разбирать? С помощью, по-моему, ключика. Да, с помощью ключика. Так, а чего у нас тут не хватает? Ага, вот, главное не потерять инструменты. Главное инструмент не потерять. Так, теперь мы спрыгиваем вниз, берем в руки бур. И делаем все красиво. Делаем все по красоте. Так, ага, ты задыхаешься. Укиюшки. Так, теперь нужно понять, как мы делаем все красиво. Так, это наши стенки, да? Так, мы делаем так, мы делаем вот так, мы делаем вот так. Все, потом сверху. Раз, два, два, я сказал. Я сказал два. И тут три. Все, хорошо. Теперь нужно немножечко расширить это все. Крапулечку. Сделать теперь вот так. Запрыгнуть, положить. Брать, взять. Листы железа. Я понимаю, что мне их не хватит, но... Ничего страшного. Сходим еще доделаем. Металл у нас там вроде как бы выплавляется. По идее, вот такую вот комнатку наш... Кондер, который нам дается изначально, по идее, он должен потянуть все. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нужно будет шесть штучек еще листов железа. Угу. Шесть штучек листов железа. Плюс еще на автолад. Че-то на сгибатель труб еще нужно будет. Пару штучек. Так, все. Делаем вакуум. Чтоб тепло лишнее туда не запускать, чтобы у нас проводка ничего там не горела. Так, отлично. И давайте, наверное, еще отсюда что-то остатки какие-то вытянем. Сделаем полнейший вакуум. Ну. Так, все, хорошо. Что я говорил, что нам нужно, по-моему, было 6 штучек железа, правильно? Так, лишь железо. Так, и давай сюда. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте, наверное, на автолад еще 2 штучки сделаем. Ладно, давайте 4 сделаем на всякий пожарный, мало ли нам пригодится. Так, мы берем вот
Так, вот здесь мы давайте сразу, наверное, как-то мы так сразу сделаем красиво, чтобы понимать, когда этих баллонов тут не будет, чтобы понимать, куда оно тут станет. Так, ты у меня забираешься ключом, да? Да. Все, ты у меня, наверное, здесь... Даем, падла. Ты у меня станешь... Вот так вот, ты мешать не будешь, и будет все хорошо. Так, а давай тебя заодно и соберем, пока есть суть до дела, так сказать. Все, включим батареечку, мне нужен лист металла. Так, раз, мне нужен кабель. Мне нужен кабель. Два, ну все, 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 все. Скоро мы тебе сделаем чип. Нужно будет посмотреть, как делается этот чип, чтобы у нас персонаж не задыхался. И тогда у нас будет с вами все хорошо. У нас будет чип сам контролировать вход и выход всего того, чего ему нужно будет. Так, железные каркасы. Я думаю, пока месть нам не надо. Что это железные каркасы? Не надо. Что это такое? А что случилось? Дверь прорвала. Железная кар... Нет. Что? Кого? Быстро. Быстро. Быстро думаем. Железная стена, да? Ага. Мне нужно... Значит, будет еще металл один. Все. И бегим, бегим, бегим быстро. Быстро, 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 быстро завариваем. Так. Повреждение скафандра. Да твою ж. Мать, откройся, падла. Ну надо же так. Ну что такое? Почему ж мне так все не везет? Почему у меня не все никак у людей? Почему нельзя сделать нормально все? Ну, ну игра. Ну я тебя прошу. Так, давай сюда. Давай сюда. Все, стены не плавят. Не плавят. Вот реально, все никак не у людей. То баллон, то еще что-то, то ударюсь. Ладно, хорошо, что скотч с собой взял. Как чувствовал, понимаешь? Реально, как чувствовал. Где бур? Блин, из-за тебя придется теперь новый скафандр делать. Низкий заряд. Низкий заряд, низкий заряд. Не-не-не-не-не. Падла. Да закройся. Я не все, да, сделал чисто, да? Не все сделал чисто. Все, чисто, красиво. Или это его давлением просто выбило, я не знаю, либо давлением, либо чем. Нужно тут будет как-то следить за давлением, чтобы у нас... Блин, а в натуре у нас может давлением стены, да, вырывать потом? Угу, угу. Ну, надеюсь, нам... Дай, дай... Что это такое? Теперь нам нужно как-то это все... Нужно это как-то все открыть и закрыть. Все, и теперь... Теперь выйдут с этого всего. Так, я грешу, конечно, на то, что это из-за того, что у меня там оно загорело. Так, у меня низкий заряд батареи, хорошо. Из-за того, что оно загорело, а не из-за того, что давление вырвало. Ну посмотрим, ну посмотрим. Так, стены не плавят? Стены вроде не плавят. Отлично. Так, что я хотел? Я хотел провести сюда кабель. Блин, я растерялся, реально растерялся из-за того, что...
Оно все пошло не по плану. Так, давай тебя ведем сюда. Как обычно, что-то идет не по плану. Так. Все, работаешь, работаешь. Теперь ты давай меня все, что у тебя есть, выплевывай. Вот. Угу, выплюнул. Выплюнул, проверяю. Выплевываю вот сюда. Здесь мы пока прячем. Теперь мне нужно две пассивки, две активки. Так, пассивки, две штуки, давай сюда. Трубы у нас вроде с вами еще есть. Да, 16 штучек, я думаю, нам хватит за головой. Так, теперь нужно... Стой! Две активки. Хотя даже одна вроде активка. Да, одна активка, у нас одна активка есть. Так, хорошо. Давай сюда. Сюда раз, сюда два. Это у нас железные стены. Нам пока мест не надо. Мы их можем выкинуть. Дальше смотрим, что нам нужно. Ага. Нам нужны... Нужны. Вот, резервуар. Резервуар. Разливочная машина, короче, для воды нужна. Для наших бутылочек одна штучка есть. Хорошо. Дальше, что нам нужно? Нам нужна вот такая вот стойка для газового баллона, чтобы заправлять наш кислородный баллон. Есть. И готово. Отлично. Потом, стоп. Потом мне нужно, чтобы давлением направлять его, по-моему. Сделать давление. Где эта штука для давления? Вот это, по-моему, она, да? По-моему, да. Если не ошибаюсь. А ну. Да, это оно. Для давления. Так. Отлично. Есть. Потом, что нам еще нужно? Нам нужна синяя труба. В размере одной штучки. Больше нам, в принципе, не понадобится. Вот такая вот жидкостная труба. Есть. И вроде бы, как бы, все. По идее. По идее, для полного счастья, вроде бы, как бы, все. Так, давай, пока мы тебя выключим, чтоб ты лишний раз тут не... Стой. Все. Все выключили, да? Печка не работает. Печка не работает. Отлично. На всякий пожарный лучше проверить. Но? А чё, вакуум не будешь делать? Что такое? 50 мегапаскалью, а твою что? Твою что? Ладно, давай сделаем с тобой. Попробуем. Главное, чтобы ты сейчас не взорвался. Все, отлично. Так, сверху ничего не пока. Жо-жо-жо. Так, я так не в курсе даже, что это у нас было. По-моему, нормально. Так, ну, шлем мы себе поломали. Скафандр разбили, трубу разорвало. В принципе, справился. Арчи, молодец. Кому нужно сделать ремонтные работы, ребят, вызывайте. Как говорится, телеграмма будет. Телега в описании. Пишите, звоните.
Сделаем все по высшему разряду. Так, ладно, давайте теперь заходим сюда. Сейчас сразу сюда нужно провести будет провода. Провода нужно сюда. Так, у нас будет такая маленькая мини-свалочка. Так, отпусти меня, пожалуйста. Так, давай, нет, ну хоть ты не задыхайся. Теперь нам нужны провода. Да-да-да, потом покушаем, пока здесь нету времени нам на еду. Так, давай сюда, и так мы тебя выведем. Свет можно выключить, хорошо. Отлично. Нужно будет еще выйти на улицу, поставить две пассивки. Так, активка одна будет у нас идти сюда. Одна будет у нас идти сюда. Закрыли, закрыли. Так, теперь труба. Так, давай. Ой, все-все. Ладно. Говорил. Сделаем тебя вот так вот. Получится сделать, да? Или не получится? Что не получится? Получится. Тут выключаем. Так, теперь тут выключаем тоже. Теперь мне нужно сделать тебя вывести. Так, раз. Два. И наверх нужно будет тебя сделать вот так. А, нет, наверное, не так. Наверное, нужно ее будет загнуть вот в эту вот сторону. Вот так. Все, отлично. Давайте проведем проводку. Где наша проводка? Вот наша проводка. Вот наши щипчики. Бак отходов переполнен. Но ничего страшного, бывает. Бывает. С кем не бывает? Со всеми бывает, правильно же? Вот и с нами бывает. Так, надо будет отсюда еще вывести потом. Вот так вот. Сделать. Пригодится. Все, и отсюда теперь вывести, как-то сделать все красиво. Чтобы главное хватило нам вот этих вот проводов, чтобы мы сами их не делали. Все, вроде 15 штучек нам должно будет хватить. Так, давайте проверять. Работаешь? Работаешь, делаешь полный вакуум. Вроде бы делаешь, да? Да, делаешь. Потому что у нас там тоже, по-моему, полный вакуум. Все, идемте поставим пассивку. Накопаем немножко угля. Сразу же, пока я не забыл. Сразу, пока не забыл, накопаем угля. Нам он пригодится. Чтобы заряжать батарейку. И не одну. Надеюсь, моя схема сейчас работает. И я не зря записывал. Так. Мне нужен уголь. Желательно недалеко от дома. Желательно прям вот тут вот есть, да. Блин, надо будет гору эту полностью всю закопать, выкопать, скопать, раскопать. Так, угля мне надо где-то около сотки, я думаю, понадобится. Не меньше. Тихо, 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 тихо. Во-во-во-во-во-во-во-во. То гляди, полетел он. Полетел, да? Так, стой, стой, стой. Ну, пожалуйста, ну можно по-нормальному это сделать, не? Мне надо буквально чуть-чуть еще. Что за бред, что за ветер, откуда вот это вот все?
Как же на Марсе было хорошо. Вот сейчас сижу, вспоминаю, как же там было классно. Кажется, так уютно по-домашнему. Даже не хотелось уезжать. Кто понял? Кажется, ссылочку ставь лайк. Кажется, душевно по-домашнему. Так, ладно, все, пошлите, я думаю, нам хватит этого. Сейчас закинем пассивку. Так, сейчас секундочку, одну секунду, ребят. Так, все, идем. Тут мы запрятали. Тут можно закрыть. Я думаю, можно хорошо. Давай попьем, поедим. Давай, раз. И два. И все, и водички у нас нету. Как раз хорошо. Отлично. Так. Пассивку. Надеюсь, тебя штормом. Кстати, пока я не забыл. Нужно будет сейчас сделать... Да, закончить ту комнату. И... сделать шкафчик и попереносить все свои предметы сюда. Потому что я не знаю, через сколько игровых дней здесь будет шторм. Это что такое? Надеюсь, стену не вырвало. Надеюсь, ты выдержишь? Так, давайте теперь смотреть, что я хотел здесь сделать. А я не все сделал, да, ребят, я не все сделал то, что я хотел. Не хватает два основных компонента для этого всего. Да, это стены, да, у меня трещат так. Ага, прикольненько. Так, мне нужна вот такая вот сейчас будет стоечка под кислород. И точно такая же стоечка под водичку. Раз. Нет, стоп. И точно такая стоечка под водичку. Где ты? Вот ты. И выключаем. И в принципе нам пока месть это все не надо. Все, отлично. Отлично, хорошо. Давайте, наверное, пока месть сделаем вот так. Сделаем не туда нажал. Сделаем вот так. Заряжаем. Пошли. А хотя, чё я его дую? Чё я его дую туда-сюда, мне ж пока месяц оно не надо. Так, давайте жидкостный баллон у нас будет стоять с вами, наверное. Вот тут, да? Он же тут никому мешать не будет. Всё. Ага, стена пошла. Я надеюсь, ты меня выдержишь и тебя не вырвет. Так, надеюсь, тут сейчас давление понизится. Так, кислородный баллон давайте, наверное, поставим мы вот сюда. Так, мы сюда сделаем раз. Эту сюда штуку пока есть на пол времени два. Потом мы берем с вами трубы. Ведем вот сюда. Раз. Два. Ставим датчик давления. Где ты? Покажись, пожалуйста. Ну все. Все, пожалуйста, развернись. Алло. Так, куда стрелочка? Я не вижу стрелочку. Не вижу стрелочки. Куда она направлена? Во, три, наконец-то. Ставим сюда
баллон вот так вот. 4. Так, а ты будешь нам мешать? А ты будешь нам мешать? Но мы туда тебя передвинем. В принципе, мне не сложно это сделать. Это не займет много времени. Так, ты меня отъезжаешь или отъезжаешь? Отъезжаешь. Не отъезжай. Так, дай сюда. Потом дай сюда. Потом берем вот так вот. Ставим, наверное. Так, свет включить. Мы же отсюда провод протянем, я надеюсь. Мы даже напрямую, да, можем вывести тебя? Моя ж ты зайка-ля. Хорошо как. Два, три, включили. Все, отлично, выключили. Сюда вставляем баллон. Сюда вставляем баллон. И в принципе все. Так, здесь можно сразу накрутить, чтобы не забыть. А теперь начинается самая главная, как говорится, чертовщина. Теперь самая главная чертовщина начинается. Там нужно сейчас сюда будет нам принести. Принести этот, как его, кондёр с батарейками. Батареек нам много надо. Тихо, тихо, тихо. Блин, надеюсь, ты выдержишь. Так, нам нужно очень много батареек. Батарейки и отсюда. Так, что ты задыхаешься? Ага, фильтр, да? И где ты? Вот тоже батарейки. Так, давай, наверное, пока есть мы, чтобы мы могли откачивать. Нет, не то. Вот это вот так. Сюда. Заходим, закрываем. И сразу, быстро же тебя устанавливаем куда-то. Куда-то пока есть вот сюда. И вставляем батарейку. И смотрим, как у нас понижается здесь. Быстро температурка, по идее, должна сработать, и у нас не должна быть стенка отъехать. Так, не знаю, сколько оно здесь, конечно, будет его охлаждать. Я надеюсь, этого кондиционера хватит полностью на всю эту комнату. Но нам хотя бы до сотки опустить здесь температуру. Нам бы хотя бы допустить до сотки здесь температуру. Так, что со стеной? Стена отъезжает. Ну, в принципе, это не смертельно. Стенку здесь мы сюда поставить сможем. Главное, что вот эти не отъезжают. Давление падает? Да, да и плюс давление падает. Отлично. Так, ну все, ждем. Низкий заряд. Свет выключить пока есть. А вам же так видно, ничего не будет, да? Да. Так, давайте я предлагаю, наверное, я пока мисс... Свет давай включим. Пока мисс нажму паузу, и когда у меня опустится температура до нужной температуры, кажется, извиняюсь за тавтологию, я подключусь и посмотрим, что из этого вышло. Так что все, не прощаюсь, скоро буду. Итак, ребят, мы почти справились, у нас вот уже 62 градуса у нас в комнатке. Пришлось, конечно, делать вот так. Если кто не в курсе, к примеру, когда шкала вот доходит, стрелочка до красного, он перестает вас охлаждать. Просто берете, это как его, шуруповерт, разбираете, заново собираете, и заново он у вас будет по нулям. Так что давайте, наверное, сейчас температуру мы загоним до 20 градусов комфортных. Потом я с той стороны повешу консоль и буду следить за температурой. Будет ли она падать, либо будет повышаться. Ну, то есть, уже не 500, уже хорошо. В принципе, мы с вами сможем даже, наверное, набрать с вами кислорода. Так, что у нас по температуре? 20, 20, 35, 36. Ну, в принципе, по-моему, если я ошибаюсь, то можно...
И до сотки набирать. Она с вами уже 33 градуса. Давайте до двадцатки спустим. Попробуем набрать водички. Во, да, работает. Попробуем набрать водички попить. И попробуем, вот как раз и свежий пустой баллон сделал. Без вас. Так, 26, 23, 22. И двадцаточка. Все, 22. Ага, ты будешь подниматься или не будешь? Ну, по идее, не должен, да? Так, давайте посмотрим. Сейчас мы включим-выключим фильтр. И посмотрим. Так, а ну давай набрать. Набираем кислород. Так, все, выключили. Вставляем сюда водичку. Сейчас мы выпьем. Ставим. Да, пошло. Отлично. Все, теперь мы явно с вами от жажды. От жажды не умрем. Можем пить. Можем пить. Вообще шикарно. И теперь самый главный вопрос у нас остался. Сколько у нас тут кислорода набралось? Ноль. А почему? Почему? А, я потому что я баллон не подключил. Понял. Это думаю, что такое, что случилось. Все, подключил. Теперь пошло. По идее, пошло. Так, теперь это можно закрыть. Так, выключить. Все. Тысячу с чем-то, да? Давайте полностью. До пятерки наберем его. Даже до четырех с чем-то. И посмотрим. Сейчас поменяем с красным баллоном. Посмотрим, сможем ли мы дышать и хватит ли такой температурки. Так, выключить. Три. Я думаю, хватит. Ну что, давайте смотреть. Бум. Ну все, шикарно. Что могу сказать? Я доволен. Я реально доволен, но температура все равно потихонечку растет, я смотрю. Да? Да, температура все равно потихонечку растет. Но ничего страшного. В принципе, можно будет сюда потом поставить батарейку, вывести сюда консоль и наблюдать за температурой. Это покамест у нас будет временное помещение. Покамест временное помещение. Нам нужно было посмотреть, можно ли. Можно. Все, ребят, я реально доволен. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Нужно будет сейчас зарядить батарейку и, наверное, взять кондиционер и немножко охладить наше помещение там. Потому что я когда делал баллон, у меня загорелся этот сгибатель труб. Ну, как обычно. В общем, не прошло без приключений.